пятницу в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков, станет еще чуть прохладнее. 13-15 градусов днем, ночью 8-10 выше 0. Северо-восточный ветер 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 13, ночью плюс 10. Северо-восточный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 14, ночью 9 с плюсом. Северо-восточный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, плюс 13 в дневное время, ночью плюс 9, северо-восточный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 60%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.